Депутаты Сената ратифицировали договор о присоединении Кыргызской республики к Евразийскому экономическому союзу. Министр национальной экономики Ерболат Досаев пояснил парламентариям, что решение принято на основании выполнения Кыргызстана ряда обязательств по приведению пунктов пропуска в соответствие с требованиями ЕАЭС. Отмена таможенного контроля предусматривается с момента ратификации документа о присоединении Кыргызской республики к договору о ЕАЭС всеми государствами-членами. Российской стороной оказано полномасштабное техническое содействие Кыргызской республике для оснащения пунктов пропуска. Отмена санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы произойдет с даты вступления в силу решения Совета ЕЭК об одобрении результатов оценки соответствующих систем контроля Кыргызской республики. Помимо этого, сенаторы приняли во втором чтении новый закон по вопросам пенсионного обеспечения, как пояснила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дюсенова. С 1 июля 2017 года базовую пенсию будут назначать в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При стаже 10 и менее лет размер базовой пенсионной выплаты будет равен 50% от величины прожиточного минимума. Также будет введен новый условно-накопительный компонент пенсионной системы за счет установления дополнительных 5% обязательных взносов работодателя.